Всем привет, Леонид Котвицкий. Есть у меня такая штучка интересная, мини-культиватор. Мотор типа как от мотокосы, хотя он мощнее здесь. Эта вещь в сборе продается. Ссылку под видео дам, как обычно. Вот сейчас мы поедем на чеснок. Здесь у меня недалеко огород в 200 метрах. И посмотрите, как он обрабатывает почву. Особенно им хорошо обрабатывать междурядье. Сейчас едем и пробуем эту штуку. Как видите, он с колесиками для транспортировки, что весьма удобно. Итак, сейчас у меня здесь чеснок. Естественно, весной не паханый, это озимый чеснок. Зимы еще. Недавно прошел дождь, хотя я пробовал на нем же первые два ряда. Пробовал позавчера, когда дождя еще не было с месяц на дубовой такой почве. Ну, неважно. Сейчас можно увидеть, что они частично обработаны, эти междурядья. Да, первые два, они уже пройдены, так, а следующие еще нет. То это я только первый раз пробовал, когда еще, ну, почва совсем была дубовая. Ладненько, пробуем сейчас на уже после дождя. Есть чеснок. Уже остыл. Минутку, колесика поднимаются. Это они у нас были для транспортировки. Мы их поднимем. Это положение. Все регулируется без всяких ключей, без ничего. Все просто на ходу регулируется. Сошник тоже. Так, вот таким вот образом работает этот мини-культиватор. Вот, все выбито, не все, бывают пропуски. Вот, ну можно и три раза пройтись. Я еще к нему просто немножко не привык, к самой его ручке. У меня на мотоблоке ручки другого типа. У меня есть мотоблок, кто не в курсе. Есть у меня мотоблок. Вот эта штука делает не только прополку, но и рыхление. Чеснок, кстати, весьма любит. Чеснок, кстати, весьма любит хорошее такое рыхление междурядий, чтобы глубину была вентилируемая, смягчаемая почва. Вот. Естественно, можно и тяпкой вручную, но на такую глубину, так вот, вот глубина пол ладони, это уже тяпкой придется попотеть. Вот. А эта штука идешь, она перед тобой тянет, ты только ее регулируешь ручками. Вот, надо первое время привыкнуть к нему, но когда привыкнешь, вещь вообще прекрасная. Продается она в таком уже собранном виде, с мотором, со всем. Я в прошлом году рассматривал другую модель, которую ставишь движок от своей мотокосы. Эта модель гораздо лучше, гораздо более продуманная, но это я сделаю подробный еще обзор. Сейчас вы чисто посмотрели, для дачников, для обработки теплиц, где узкие междурядья, различные стойки, подвязки. Замечательнейшая вещь. Просто замечательнейшая вещь, удобнейшая. В плане средств, ну тут уж каждый смотрит по своим средствам, по своим
потребностям. В наше время дачи это скорее хобби, так, и плюс желание получить собственную органически чистую, по возможности незахимиченную продукцию. А для этого, как говорится, никаких денег не жалко. Подробный разбор я сделаю, но сейчас вы увидели сам его принцип работы. Здесь идет 25 сантиметров, так что если делается междурядье 30 сантиметров или больше, вот, он вполне себе идет по междурядьям. Вот. Если кому-то очень хочется потеснее, поплотнее насадить, просто гуще садим в ряду, а междурядья делаем, чтобы были 30 сантиметров. И вполне себе эта штука будет и обрабатывать, и рыхлить, и при этом не надо убивать себе здоровье. Вот вам вставочка, снимаю уже сам после того, как все это обработал. Вот как выглядят наши междурядья чеснока после того, как прошелся по ним. Про глубину сразу скажу, сантиметров 5 обрабатывал, не лез слишком глубоко. Хотя он может и 10 обработать, и 15, но это уже будет гораздо медленнее. Все регулируется высотой сошника и комфортом. Ну вот вам результат проходки чеснока. Какой сорняк в рядах, это видно, да? Вот такой он примерно и был в междурядьях. В рядах, соответственно, придется пройтись мотыгой. Так, ну это уже остались мелочи. Так, сами междурядья, особенно в плане того, чтобы прорыхлить, а не только их прополоть, вот, то это вообще хорошая очень вещь. Доставить вентиляцию корням, вот, уменьшить пересыхание почвы. Вот, тяпкой просто рыхлить, когда даже сорняков бывает мало, а рыхлить уже идти тяпкой просто так, как-то лениво. Вот. Ну и вообще руки утруждаются и все. А этот инструмент с рыхлением справляется на раз-два. Подробный разбор еще будет. Сейчас даю ссылку под видео на интернет-магазин, где эта штука приобретается. Мир запчастей, Pilaprom.ua. В общем, ссылка будет, конкретно смотрите. В целом, сразу скажу, очень удачная, очень хорошая модель, сравнима с теми несколькими, которые я видел. Это самый удачный вариант, который я видел. Ну, а нужен он вам или нет, решайте уже лично. Дело добровольное. Подробный обзор еще будет, а пока что всем пока.